Все мое почтение, друзья. И вот сегодня, 11 декабря 2022 года, появилась вот такая информация. Первая в мире установка для искусственного выращивания младенцев, да-да, именно младенцев, была представлена компанией Ectolife. Планируется, что одна такая установка сможет вынашивать до 30 тысяч младенцев в год. А будущие родители смогут наблюдать за процессом с помощью мобильного приложения. И вот у меня к вам вопрос. Как вы считаете, могут использовать такие вот установки для выращивания фактически целых армий? Целых армий фактически роботов из плоти и крови. Я лично считаю, что это фактически какое-то знамение. Я лично считаю, что это мы находимся на грани какой-то революции.